Все равно даже этот, даже Нокс надо переустанавливать. Тоже подвисает. Не знаю чего, надо будет разобраться. Так, раз, два, три. 3 секунды оттащили, вроде как бы. 40. Есть. Мы это сделали. Вот такими вот героями. А вот составчик на 7-9. Одержимого, конечно, можно другого использовать. Ронин. Давайте ради интереса еще разок пройдем. А вдруг это была случайность? Так, смотрим. Ронин пропал, кидаем ускорялку. Морозим всех. Кидаем тыковку. Раз, два, три. Купидончика слили. Ай-яй-яй, 49%. Все-таки не случайность. Значит, можно затащить именно этим составом. Ну, давайте, Бог любит троицу. Еще разок. Пробуем еще разок. В принципе, на этот состав я нормально. Состав, причем бездонатный. Можно даже получше героев собрать, чем у меня сейчас стоят на таблетках. Так, побежали. Еще разок. Так, Ронин пропал. Кидаем ускорялку. Появился морозим. Кидаем всех стыков. Помним солдатиками по максимуму. Сейчас, наверное, похуже будет. 53%. Что нам нужно было доказать? Вот вам оптимальный состав для прохождения бездонатным. Конечно, нужно героев таких иметь, вкачать, ну, думаю, можно будет и с другими талантами попроходить. Все-таки БВА решает. Держимого не хватает, с богом. Так вот, такое вот прохождение без доната. В смысле, без донатных героев. Донат везде есть.